Только не вздумай нам тут помереть, пока дел не сделаешь. Где я? Какого черта? Проснись и пой, Соня. Пора ужинать. Вы кто вообще? Где Мия? Ешь, это вкусно. Этому безмозглому говнюку все равно. Лукас. Блин, старик, только не начинай опять. Маргарита, с дороги. Парень должен поесть. Дай ему поужинать. Ну-ка, парень. Давай. Не стесняйся. За маму. О, черт, о, черт, о, черт. Джек, он не ест. Он не ест. Заткнись, ты. Свали нахрен. Ты подонок. Я хотел, чтобы это стало особым праздником. Ну-ка, парень. Давай. Чтоб его. Небось опять этот коп. Чёртовы легавые. Я вернусь. Блин, уж лучше б не возвращался. Так, 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 так. Фух, сваливайте нафиг. Правильно мыслишь, правильно. И самое главное, что у нас с рукой, оказывается, все в порядке, да? Что здесь вообще происходит за чертовщина? Объясните-ка мне. Ладно. Так, а что с вами делаем? Мы с вами делаем следующее. Обыскиваем все по-бырому. Отсюда надо сваливать. Потому что какая-то безумная семейка. Открывай бездну. Клайв О'Брайен. Здесь в газете у нас без вести пропали 3 видеоблогера. Черт подери. Власти штата просят помочь им найти 3 мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Далви и пропали без вести. Пропавшие Питер Уолкин, Андре Стикланд и Кленси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Далви, чтобы снять видео для нового проекта. Они обычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Да, эти ребята были здесь. Так, что-то здесь нужно повесить, да? На крючок. Часы. Маятник, да, чтобы был? Пистолетные патроны. Так, тихо, это по чью душу-то вообще? Подождите-ка, она живая? Ну да. Эта бабулька просто спит. Магазин Нико. Пила, веревка, ошейник. Нафига? Нафига? Так, аптечка какая-нибудь. Нифига. Так, здесь взять нечего. Проходим. Так, хорошо, 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 хорошо. Здесь что-то требуется закрыто. А что здесь у нас? Здесь у нас замочная скважина. Потребуется ключ. Так, ладно, ну что, давайте рискнем, наверное. Пойдем попробуем выйти. Я, конечно, не уверен, что это хорошая идея, но мы с вами рискнем, так сказать. Правда, коп приехал, да? Он идет сюда! Твою мать! Похоже, хрупкая штука. Возможно, ее можно чем-то разбить. Где ты, падла?
Блин, да где он? Идет. Ах ты, падла. Так, главное, сюда не заходи. Где этот мелкий говнюк? А этот мелкий говнюк сейчас вот здесь проходит. Нужно выбегать отсюда быстрее, 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 быстрее. Потому что, не дай бог, он вернется. Так, что у нас тут? Подожди. О, yes! Yes, ключ от люка! Здесь что? Фотография. А, тут ключ. Ну, это ключ от люка, да. Нет замочных скважин. Он, да. Это тот безумный мужик. А здесь что? Он выглядит высокомерно. А что за звук? Так, чем-то ударить можно? Бить не получается. Это, кстати, у нас блок, я так понимаю. Ладно, что нам остается делать? Нам остается, друзья. Я тебя чую, говорит. Это на самом деле плохо. I can smell you. Это на самом деле очень плохо, потому что нам нужно каким-то образом добраться до люка. The way out, you know. Так, успею. Давай, 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 давай. Да пошел ты. Так, все. Ух, yes. Yes, мы это сделали. Падла. Так, свалили от него, это самое главное. Так, здесь что? Тут как-то можно пройти, тут чем-то нужно разрушить вот эту конструкцию. Блин, отлегло прям, вот знаете, когда от них скрываешься. Ну-ка, тут что у нас? Древняя монета. Ну, надеюсь, пригодится. Так, а тут что? Тут тоже какие-то деревяшки у нас. А, выход, 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 там земля, там кустарники какие-то. Он же не сюда идет. Ну, я надеюсь, что нет. Yes! Мы это сделали. И теперь вот здесь можно будет сохраниться. Комната безопасности. Так, давайте, на самом деле, сохранимся. Так, карта главного дома. Отлично, что у нас здесь? Нам нужно выбраться из дома. А здесь потребуется ключ. Там какой-то у нас центральный зал. Мать их так. Давайте смотреть тогда везде. Эпоксид, травы. Объединить предметы в рюкзаке. Сейчас объединим. Давайте отложим, наверное, монетку. Сейчас, подожди. Нужно скомбинировать. Сделаем себе аптечку. Хорошо, что у нас там остается? Еще травы есть. Давайте травы положим вот сюда. Или пусть будут травы. Да давайте найдем еще эти травы. Так, 5, собственно, патронов у нас. Давайте выложим. Пусть будет побольше места. Может быть, с вами сможем найти более полезные предметы. Так, что еще? Что еще? Сохраниться мы с вами сохранились. Это самое главное. Как же они воняют. Носки. Носки, носки, носки грязные. Зачем они их так повесили? Что есть еще? Может быть, что-нибудь в мусоре, нет? Так, подожди-ка, вот здесь у нас. Можно открыть. А внутри? Отмычка. Есть. Это очень здорово.
Так, где мы с вами сможем воспользоваться отмычкой? Где можно воспользоваться отмычкой? А, наверное, вот для этой двери как раз. Ну что, пойдем? Мы с вами это отперли. Ну что, будем выходить? Блин, вовремя. Хорошо. Итан, ты молодец. Зоя, верно? Какого черта? Молчи, слушай меня, если жить не надоело. Тебе нельзя оставаться в этом доме. Попробуй выбраться через центральный зал. А, на записи у тебя кодекс. Смотри, не потеряй, без него никак. На запястье кодекс. Что это значит? Что это значит? На каком запястье кодекс? Я просто вижу, что его руку, на самом деле, смотрите, скрепили скрепками. И она шевелится, что самое интересное. Поэтому у меня вопрос резонный. Что здесь, мать их, так происходит вообще? Подожди. Подожди. А куда делся мужик? Хороший вопрос. Так, что нам нужно делать? Нам нужно добраться до центрального зала. И что мы там с вами сможем сделать? Чё-то я не понял. Так, отсюда звук. Open up. Открывай. Hey, over here. Эй, там. Open up. Hey, you got help. Эй, помогите. Погоди-ка. Так, сэр, вы тут живете? В смысле, это ваш дом? What? Что? Я? Нет. Ладно, так вот, нам в последнее время несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Успокойтесь, пожалуйста. Вы меня не слушаете. В этом доме гребаные психи, они меня хотят убить. Послушай, я вот что тебе скажу. У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Вы издеваетесь? Слушай, я уже сказал, у нас недавно пропали несколько человек. И я не могу исключить из подозреваемых чувака вроде тебя. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. Вот так-то лучше. Встретимся в гараже. Там и поговорим. Эй, стойте! Дайте мне пистолет! Да ты точно свихнулся! Послушайте, сэр! Помощник шерифа! Точно, помощник шерифа! Вам чего больше охота? Мой некролог прочитать? Или про себя, какой вы герой, что меня спасли? Перочинный ножик! Вот, держи, больше ничего не получишь. А теперь иди. Гараж! Живо! Что мне делать с ножом? Так пойдем посмотрим, что там с ним делать. Вот здесь у нас гараж. Вот так делаем. Так, что это? А, щиток. Щиток, окей. Эй, нам валить отсюда надо. Сначала ты мне скажешь, что ты тут делаешь посреди ночи. Я? А вы сами? Я на службе вообще-то. Отвечай, когда спрашиваю. Вы все равно мне не поверите, а вдруг? Эй, открой дверь! Открой дверь! Так, у нас, ребята, чертовы проблемы. Давай ты резче, твою мать. К черту, я вас всех поубиваю, до единого. Давай! Доби, ублюдка. Это ж наша машина вроде. Оу, ну что, нравится, падла? Ты где там? Ты где? Вставай. Yes. Да блин. Ну чё, говнюк? Говнюк, ты где? Чё за... Ой, ёб... Твою мать! Ты как там оказался, тварь? Хорошая тачка, Итан говорит. Где тебя водить учили? Да блин, отцепись ты!
Ой, нет! Let's finish this, you and I. Ну давай, один на один, мужик на мужика. Ты что творишь-то, э? Oh, yeah. Тихо, 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 тихо! Прокатит меня с ветерком, говорит. Нет, нет, нет! Чё? Я живой? Да, мне уже показалось то, что железка... Блин, он живой, мать его. Ладно, что мы с вами делать будем? Что мы с вами будем делать? Пистолет взяли? Есть! Вот это совершенно, друзья. Другое, мать их, так дело. Так. Гори ясно, чтобы не погасло. Так, что еще есть? Слышь, ты! Крендель, блядь. Что сказал? Может, это, отойдешь от меня? Вау. Нихуя на себе. Извиняюсь. За небольшую непечатную лексику. Так, что здесь имеем? Ты давай лучше от него подальше отходи, а. Слышь, Итан, ты давай не дуркуй. Так, я надеюсь, он не поднимется. Какой-то неубиваемый мужик. Жесть. Так, тут... О, есть! Тут травы. Можно будет, на самом деле, скомбинировать. Ну что, полезли? Да блин, да ты задолбал, слышь! Внимательно смотришь, сынок. Сейчас ты увидишь кое-что чудесное. Так, ну нам же пофигу, да? Давай быстрее отсюда, мне... Уже это все порядком осточертело. Так, гильзы. Он же там лежит. Все. Так, это у нас что? Это у нас какая-то картинка. Ну-ка. А теперь можно взять статуэтку быка. Окей. Проходим, проходим, дорогой. Есть, есть. Ух. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что здесь интересно? А, подожди, вот... А, здесь, собственно, та же самая дверь. Ладно, у меня есть идея. Может быть, вот эта статуэтка быка подойдет к тому замку, который мы с вами видели. Здесь, по-хорошему, можно еще сохраниться, а можно, на самом деле, кое-что переложить, может быть, в... Так, эпоксид пока оставим, да? Эпоксид у нас, смотрите-ка, можно комбинировать эпоксид и травы. А что, если мы с вами это и сделаем? Давайте-ка скомбинируем. То есть у нас три лекарства будет. Давайте отложим хотя бы немного вот сюда. Например, я не знаю. Ну, давайте, например... Так, вот это отложим. Так, раз и два. Пусть у нас останется одно лекарство. Нам, наверное, пока хватит. А на будущее, я думаю, может пригодиться. Так, ладно. Идем. Даже не идем, а бежим, тихо. Там какой-то у нас трейлер. И там никого нет. Ну что, попробуем? А, подожди-ка. Сейчас, во-первых, сделаем вот так. Ну-ка. Да, получается. Очень интересные замки, да? Ладно, проходим. Проходим, проходим, ладно. Это у нас, получается, центральный зал. И пока здесь вроде бы безопасно, да? Но это пока вроде бы. Травы. Порох. Древняя монета. Тебе влетело от папочки? Это твой отец? Когда-то был. Ты извини, но он вроде как покойник. Может, у тебя и получится. Что? Что получится? Мне нужно от тебя кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. Ладно, потом поговорим.
I'll be in touch. Так, здесь требуется тоже какая-то фигура. Здесь у нас головы... Да, трехголовая, получается, собака. Вот нужно найти эти головы, чтобы отсюда выбраться. Потому что, да, такие странные у них здесь замки. А здесь у нас на двери вот эти скорпионы. Фак. Так. Так, что за нафиг шум? Маятника часов. О, точно! Точно, точно, точно. Помните ту столовую, где мы с вами ужинали? Там как раз можно поставить этот маятник, между прочим. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Митки, студентки колледжа Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. Последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших — туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты, и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Алиса Эшкрофт, 19 января 2016 года. Прям в мой день рождения написали. Такую печальную статью. Так, ну что ж, давайте с вами изучать. Мне нравится то, что здесь пока достаточно все спокойно. Так, что тут надо делать? А, нужно будет какой-то объект подстроить под эту птицу. Но это явно не подходит. Здесь написано картина под названием «Охотник в небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх и лает. Ну, наверное, на... коршуна, возможно. Ладно, что мы с вами будем делать? Что мы с вами будем делать? У нас есть возможность подняться туда наверх. Мы с вами, конечно, поднимемся. Но сначала давайте изучим вот это место. Спасибо за дробаш. Подожди. А что происходит? Что за... Так, ладно. Тогда ставим обратно. Придется отдать. А, подожди, а может быть пистолет тогда? Сейчас вот так. Пистолет не подходит. Так а нафиг он тут тогда? Ну ладно, отдаем. Отдаем мужику дробаш и будем с вами подниматься тогда наверх.